Мы готовы обратиться к первой теме нашего выпуска. Российское правительство расширило границы территории опережающего развития в Хабаровском крае, Хабаровск и Комсомольск. Решение позволит привлечь в экономику региона дополнительные инвестиции. Территория опережающего социально-экономического развития ТОР – это часть территории субъекта Российской Федерации, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. Всего создано 23 таких территорий. 12 декабря 2013 года, напомним, президент России в послании Федеральному собранию предложил создать на Дальнем Востоке, в Сибири, как раз-таки сеть специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевого производства, которое ориентировано в том числе и на экспорт. 29 декабря 2014 года был принят федеральный закон о территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации. Этим утром хотим обсудить последние изменения, а также выяснить, какими темпами развиваются эти особые территории. Приглашаем к беседе гостя в студии Максим Тарасов, исполняющий обязанности первого заместителя министра экономического развития края. Максим Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Вот доброе. Со времени создания ТОР, как изменились вообще они? Как изменились территории опережающего развития? Город Хабаровск, ТОР Хабаровск, ТОР Комсомольск – это первая территория опережающего развития, которые были созданы в 2015 году. Угу. На тот момент территории составляли всего 540 гектар, было наложено на этот преференциальный режим. На сегодняшний день он составляет более 600 гектар. То есть за это время территория подросла, ну и, безусловно, резиденты подросли. На момент создания ставилась задача, что к 2022 году резидентов будет 17, но уже сегодня мы видим их 81. Поэтому этот режим он себя хорошо зарекомендовал, и инвесторы, крупные инвесторы, они, конечно, смотрят в сторону этого режима и стараются его применять. Не только в Хабаровске, но я говорю в целом по стране. Ну и, конечно, безусловно, у нас. А что привлекательно? Какие преференции дает режим? Ну, прежде всего, конечно, это налоговые. Налоговые льготы, это по налогу на имущество, по налогу на прибыль. Социальные выплаты, они, как вы знаете, сокращены до 7,6% вместо 30%. Плюс административные льготы, которые предоставляют, упрощают, вернее, инвестору как на фазе строительства, так и на в периоде эксплуатации своего предприятия. Просто-напросто снижение барьера. Но какие отрасли представлены? Разные отрасли представлены. Если мы говорим, каждый ТОР, он, в принципе, имеет свою специализацию. Если мы говорим про ТОР Хабаровска, то это, прежде всего, конечно, обрабатывающие отрасли. Это логистика, это сельскохозяйственные предприятия. Если говорить про Комсомольск, то также обрабатывающее производство, горнодобывающая промышленность. Николаевск – это уже больше все-таки морские биоресурсы, судоремонт, судостроение. То есть вот основные ключевые направления деятельности инвесторов, которые у нас действуют в территориях опережающего развития. Мы уже сказали о расширении границ территории опережающего развития. Что это нам даст, ну, в дальнейшей перспективе? Попасть в ТОР можно двумя способами. Первый способ – это уже зайти резидентом на существующие территории. То есть это есть территории, которые, на которых наложен режим, там есть свободные участки. Если инвестор собирается стать резидентом, он может подать заявку, попросить у корпорации развития Дальнего Востока выделить ему необходимое количество земли, и он становится резидентом уже с землей. Угу. Но есть второй способ, когда инвестор говорит, мне выгоднее посадить свое предприятие немножко в другом месте, где нету режима ТОР. Тогда вступает второй вариант, это когда подается заявление на расширение границ ТОР. То есть накладывается режим ТОР на дополнительный участок земли, который ранее не был включен в соглашение о данном преференциальном режиме. Для нас это, собственно говоря, это инвестиции, новые рабочие места. Если мы говорим конкретно про то расширение, которое произошло вот буквально там на две недели назад, то речь идет о расширении границ ТОРа Хабаровск и границ ТОРа Комсомольск. Угу. По Комсомольску
компания «УЗГА», это уральский завод гражданской авиации, планирует на территории Комсомольского, города Комсомольска, ТОР «Комсомольск», планирует создание производства легкомоторного самолета «Байкал». Подобран участок, наложен на него режим, и как раз постановлением правительства Российской Федерации этот режим был распространен на этот участок. В настоящее время уже идет проектирование корпусов, готовится вся необходимая техническая документация, и мы надеемся, что уже первый самолет в 2024 году будет изготовлен в городе Комсомольске-на-Амуре. Это такой комплексный проект, это не только легкомоторная авиация, предполагается, что еще этот завод потянет за собой и обучение, техническое обучение персонала, то есть учебный центр, это беспилотная авиация, ну и ряд других сопутствующих производств. Что касается Хабаровска, ТОР Хабаровск, то режим ТОР был распространен на домостроительный комбинат «Прогресс». Это производство строительных панелей, именно для дома панелей. То есть, надеемся, что это увеличит у нас объемы жилищного строительства и будет способствовать снижению стоимости квадратного метра. Максим Анатольевич, спасибо большое. Мы вынуждены уже прощаться, но обязательно встретимся еще в этой студии. В гостях был Максим Тарасов, исполняющий обязанности первого заместителя министра экономического развития края.